Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Opel Corsa 2011 года выпуска. Объем 1,2 литра A12XER. Пробег двигателя составляет 63 329 км. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеются сопроводительные документы, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Также имеется видеообзор работающего двигателя. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостых оборотах. Работа двигателя на высоких оборотах. Пробег составляет 63 329 км. Check engine не горит, ошибок, связанных с работой двигателя, нет. Производим осмотр цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При установке на станции Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.